В исполнении распоряжения главы Республики Дагестан Сергея Меликова по координационному совещанию по обеспечению правопорядка в регионе представителями аппарата АТК и Управлением экономики администрации Каспийска совместно с ОМВД города проводятся рейдовые мероприятия по выявлению мигрантов, которые незаконно пребывают на территории городского округа. 12 сентября проверка прошла на строящемся объекте IQ-квартал. Проверили мигрантов на наличие правоустанавливающих документов, осуществляющих трудовую деятельность и въезда на территорию Российской Федерации. Такие мероприятия проводятся у нас также в многоквартирных домах, проверки по квартирным обходам совместно с участковыми для выявления мигрантов, а также лиц, нанимающих незаконно мигрантов на трудовую деятельность, а также проживающих без регистрации. Также такие рейдовые мероприятия проводятся в многоквартирных и частных домах по выявлению жильцов, которые осуществляют проживание по найму жилья, чтобы они заключали договора и проживали и в соответствии с законодательством, соблюдением всех норм. В данном рейде сегодня мы проверили стройку. Здесь рабочие работают в соответствии с нормами законодательства, все техники безопасности соблюдаются, у них имеются документы, патенты, разрешения, адреса, где они зарегистрированы, и все проверили в соответствии с их с требованиями. По словам начальника аппарата АТК Каспийска Муртазали Муртазалиева, данные мероприятия проводятся для обеспечения безопасности граждан, так как на территории России были зафиксированы случаи преступления террористического характера иностранными гражданами. Отметим, что подобные рейдовые мероприятия в Каспийске проходят на еженедельной основе.